и этого молотка. Просто хочу что-то купить. Маленький, но очень практичный мальчик. Саша Комаров мечтает стать директором банка, чтобы купить маме подарок. Его любимый предмет в школе – математика, хотя пока обучение дается непросто. Но мальчик очень старается. В преддверии волшебного зимнего праздника делится своими мечтами. Хочу ягодку. Конструктор – подводная лодка. Мальчик даже приготовил первого члена команды корабля. Но для Саши это не просто развлечение. У него плохо функционируют правая нога и рука. Развитие мелкой моторики просто необходимо для ребенка. У ребенка диагностировали кисту головного мозга. Она дала ему тонус руки и ноги, задержка речи. Столько времени прошло, мы уже перебороли все болячки. У нас много их, но... мы их не замечаем. Мы живем сегодняшним днем, завтрашним днем. То есть мы движение жизни. Позитивный настрой мамы унаследовал и Саша. Детский церебральный паралич и гиперактивность – два противоречивых диагноза не стали приговором. Он активный ребенок. С легкостью для своего недуга забирается на верхний ярус детского уголка. Пробует подтягиваться. Я вот так еще умею. Папа, без рук. В своей небольшой комнате вместе с мамой они уже начали готовиться к Новому году. Блестящая мишура, снежинки, а главное – подделки своими руками. Мальчик уже начал рисовать картинку для Деда Мороза. В одном из этих подарков – заветный конструктор для Саши. Стать настоящим волшебником может каждый. Просто осуществите мечту. Ольга Энгельс, Семен Воробьев, Новости дня.